Привет, друзья! С вами компания Прогресс Авто, город Тула. Сегодня вашему вниманию хочется представить трактор Kubota GL27. Довольно большой, мощный трактор, который при этом сохраняет опцию экономичности и высокой маневренности. Трактор у нас оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем, номинальная мощность 27 лошадиных сил. В комплекте с почвофрезой, ширина обработки которой 1,60 м. Фреза у нас агрегатируется к трактору через быстросъем, то есть один человек может легко ее снять и повесить на место без трудозатрат. Трактор оснащен системами автогоризонта, автоматической регулировки заглубления почвофрезы, раздельная тормозная система, четырехскоростной вал отбора мощности с возможностью реверса, то есть вращения в обратную сторону, реверс коробки передач под рулевой, то есть вперед-назад вы выбираете, изменяете направление движения вперед-назад просто путем нажатия на этот рычаг. По КПП у нас здесь на диапазонах на раздатке 4 положения, 4 варианта, то есть 2 рычага по 2 положения и 4 скорости непосредственно на коробке. Система быстрого разворота, система узкого разворота, все здесь реализовано и работает. Даже такие приятные мелочи, как регулировка руля, имеют место быть. Что хотелось бы подчеркнуть? Трактор с такими габаритами имеет возможность регулирования колеи. Очень часто фермерам для полного цикла обработки культур необходима колея в районе 1,40 м, 1,35 м по центрам колес, для того, чтобы можно было две грядки оставлять между колесами. Здесь, на этом тракторе, такая возможность есть. Вот такой замечательный трактор. Находится он по адресу город Тула, улица Новомосковское шоссе, дом 28. Этот и другие трактора мы будем очень рады показать вам, рассказать про них и также дать протестировать. Приезжайте, с вами компания Прогресс Авто. Всем пока!